программе визита депутатов несколько объектов – спортивные и детские площадки, а также общественное пространство у памятника труженикам лесозавода. Все они должны быть благоустроены в текущем году. За каждым депутатом закрепили объекты, где у нас планируются и ведутся работы по благоустройству. И в еженедельном режиме мы выезжаем в рамках работы депутатской деятельности в их округах, где у нас идет строительство, работы производятся. Мы осуществляем депутатский контроль. Со стороны подрядчика у нас заказчик здесь. Мы собираем мнение наших жителей, какие поступают на те или иные замечания по строительству объектов. Вот площадка на улице Меньшикова. Здесь появится баскетбольное поле, место для игры в мини-футбол и волейбол, а также установят различные качели и спортивные тренажеры. По словам депутатов, строительство идет активно. Простоя в работе нет. Строительство площадки на этой территории обсуждалось в 2018 году. И жители участка выразили согласие, поддержали проект обустройства данной территории под площадку для, как для игровых видов спорта, так и для детского, для организации досуга детей. Однако на этом объекте возникли проблемы. При строительстве обнаружили высоковольтные кабели, не указанные в проекте территории. Те организации, которые должны знать трассировку кабелей, они ее не знают. Поэтому получается... Это какое-то время потребует перенос, это как-то повлияет на сроки строительства площадки? Да нет. Надеюсь, что нет. Как отметил подрядчик, кабели перенесут за территорию детской площадки. Все условия для обеспечения безопасности детей будут соблюдены. А это новое общественное пространство на лесозаводе. Здесь за последние 2 недели была проделана большая работа. Подготовили основание, уложили брусчатку сзади ресторана, довели ее до конца вместо старого настила деревянного. Подготовили отсыпку и основание под новый тротуар, который будет идти от камня в сторону старой дорожки туда. И заканчиваем уже работу по устройству парковки у парка. Собственно, это все по объекту было. При строительстве были выдержаны необходимые уклоны. Устанавливается дренажная система, чтобы вода не скапливалась на участке. Работы здесь планируют закончить уже 15-16 июля. А на площадке на улице Комсомольская производится укладка безопасного резинового покрытия. Этот этап работ будет длиться еще неделю. Объект необходимо сдать до октября. Но, возможно, опережение графика. Данный объект мы не планируем так долго делать. У нас ориентировочная дата исполнения его будет середина августа, край, конец августа. Потому что основные элементы, которые здесь, в принципе, должны быть, это детские архитектурные формы. Они у нас будут отгружены заводом-производителем ориентировочно 27 июля. То есть после этого у нас они приедут, мы их установим, и, в принципе, объект будет готов к сдаче. По итогам визита народные избранники в целом дают положительную оценку работе подрядчиков, отмечая, что депутатский контроль будет продолжен. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, телеканал «Север».